Здорово, шофера, и мы продолжаем играть в OMSI Bus Simulator 2 с веб-камерой на руле Logitech G27, только коробочка сегодня задействована не будет. В этом ролике мы прокатимся на недавно вышедшем автобусе MAS-103-065, он же City Bus M301. Перед тем, как мы начнем, рубрика «Лучший комментарий». Спасибо всем, кто комментирует мои ролики. Также, если вы хотите очутиться на моем прекрасном экране, милости прошу, пишите ваш лучший комментарий. Возможно, именно он попадет в следующий ролик. Что ж, давайте немножечко пробежимся по внешним признакам данного автобуса. На всех раскрасках, именно у меня почему-то, везде есть Минск Транс и белорусские номера. Возможно, в будущем кто-нибудь умелый придумает колхоз, где будут российские номера. Пока что номера белорусские. Ну да и ладно, карта ведь сегодня у нас вымышленная, карта чисто Горск. Выглядит автобус ну просто бомбически, я его ждал, я реально его ждал, я следил за разработкой, он есть в стиме, ну и также естественно его слили, но об этом поговорим чуть позже. Желтый цвет, почему желтый? Потому что надо было, брат. У нас есть тут наклеечки про корону, короче говоря, но они на белорусском, но в целом да, все выглядит очень даже замечательно, очень даже бомбически. Это действительно МАЗ, вот всем МАЗом МАЗ, что называется, образцово-показательный мод. Интерактива с внешки практически никакого нет, по крайней мере я его не нашел, впрочем, как и в каждом ролике я это говорю. Переходим тогда в салон, смотрим, что у нас имеется там внутри. Мы за рулем данного пепелаца, я не вижу смысла делать обзор, обзоры есть на ютубе, смотрите у других ребят, я же не обзорщик, я лишь делаю краткий обзор, какой-то экскурт и сразу же перехожу к рейсу. Здесь присутствует регулировка сидений, регулировка рулевой колонки, ребята, это просто повергло меня в шок. Давайте же отрегулируемся, давайте же поднимем сиденье. И также отрегулируем рулевую колонку. Также руль еще регулируется по вылету, но я по вылету... Сейчас посмотрим вообще-то, буду ли я это делать. Так, смотрим. Угу. Приборы у нас закрылись. Давайте, где этот рычажок? Давайте поменяем тогда камеру, не вопрос. Вот рычажок, поднимаем. И смотрим, опять же, центруем камеру и смотрим. Ну, примерно вот так мне нужно, да, так будет для меня лично удобно, да, так. Блин, все сбил. Ну ладно, ну. Воу, а чё руль-то сбился? А чё руль скривился, алё? Почему я на него нажимаю, он крутится? Ну ладно, окей. Ну-ка давай выкрутим вправо до конца. Руль кривой. Стал. Можно его на место-то вернуть, а? Ну да, все, ровно. Ну вот такие имеются фишки. Давайте запускать, потому что надо отогреть стекла. На улице холодно, осень.
Запустил я склава его. Так, да бляха-муха, вот меня теперь эта хрень будет выбешивать, что ли, я не пойму. Верни обратно руль, как он был. Вот гад, а. Короче, руль не встает прямо, он меня выбесил сегодня. Испортил мой настрой, бляха. Так, включаем все возможные подогревы. Так, свет нам не нужен. Колхоз мы накинули. По температуре за бортом у нас что-то около 3 градусов в салоне температура. Но тоже около того. Ладно, мы включили все возможные отопители. И дай бог, что у нас автобус нагреется. Я взял, кстати, первую фазу. Тут несколько так называемых фаз. И у меня почему-то уже на русском изначально идет список тюнинга, да. И также я поставил мод на логотипы реальные, реального автобуса. Поэтому у меня здесь МАЗ. Вы, если его купите, установите или скачаете, у вас будет здесь... Не будет этого значка, у меня он есть, поэтому... Ну, ссылочки я все оставлю и на покупку, и на скачку, кому как удобно. Я, в принципе, сильно не буду колхозить, потому что FPS мне дорог сегодня, поэтому я подкину вот такие колпаки, пусть они будут. Нормальная тема. Так, с вашего позволения я выключу трекер, потому что иначе тут хрен чего ты поймаешь. Да, обзор делать не будем, как я и сказал. Сделаем, знаете что, поручень вот такой пусть будет у меня. Поручень на материнской двери номер 3. Вот такой. Замечательно. Так, также нужно выкрутить вот здесь на троечку, чтобы стекло начало отпотевать. Потому что, видишь, здесь подогрев есть. Тут сразу же уже не потеет, ничего не замерзает. И все в этом духе. Я так понял, это Ibis. Не буду я им пользоваться. Не хочу. Логотип зубра спереди давай поставим. Он будет конфликтовать с наклейкой, да или нет? С наклейкой масс спереди. Ну, хорошо, ладно. Пусть будет и то, и то. Сетка на водительской двери, да. Хорошо, пусть будет. Ну и в принципе все. Шторы я никакие вешать не хочу. Хотя есть такая возможность обводки кузова тоже. Да, пожалуй, пусть оно будет именно так. Оплаты у нас тоже сегодня не будет. Маршрут 817, сейчас я его выставлю и будем готовиться к рейсу. Да, друзья, 817 маршрут новостройки аэропорт. Он получится у нас где-то в районе 40 минут. Видос плюс-минус час, 50 минут, час. Смело мы сегодня покатаемся, я хочу подольше. Так, в салоне также я вам еще не показал. Да, у нас тут печка вовсю шаманит. А, оплата по этим самым, как они называются, я не знаю. У нас в нашей деревне вот эта штука, она только есть на одном маршруте, и то люди не понимают, что с этим надо делать. Все рекламы у нас здесь. Нет, кстати, есть что-то на русском, а что-то есть на белорусском. Ну, я думаю, кто-нибудь, какой-нибудь колхозер, которых много, ребята есть умелые, хорошо делают, кто-нибудь переведет это все полностью на русский язык, чтобы МАЗ был полностью русифицирован. Потому что видишь, тут оплата одноразовая, помню, как будто школьник какой-то писал, на самом деле это такой язык белорусский. Да, люки, кстати, что-то, да, кстати, нет, открывается, но надо закрыть, иначе мы замерзнем. Если жарко, пассажиры сами открывают форточки. Да-да, не удивляйтесь. И действительно, тема рабочая, я тоже сначала не поверил в нее, но да, действительно это так. Ну и здесь тоже, как видите, да, не на русском языке написано. Впрочем, ладно, не сильно меня это будет сегодня напрягать, хотя я люблю, чтобы все было русифицировано. Вот у нас следующие камеры имеются. Может быть, автобусы не совсем подходят на этот маршрут, но будет так, как есть. Половина идет по городу, половина идет по пригороду. Так, я отмотал время, я отмотал его много, поэтому, ребят, давайте сразу же будем газовать. Так, конечно же, тормоз. Газ проверил, работает налево. И поехали потихоньку. Мотор прогрелся, 4 градуса у нас показывает. Ну, кстати, печку я что-то тут так и не мог нормально раскочегарить, поэтому пассажиры будут сегодня у нас мерзнуть. Но звук, конечно, от нее вот этот дующий прямо
будет сегодня напрягать. Ну, я ставил здесь, блин, на 15 градусов, им все равно холодно здесь. Не знаю, может, надо вот здесь что-то покрутить, печку. Может, реально что-то это поможет. Так, наша остановочка. Ну, как раз ровненько мы подъехали. И сразу же отсюда свалим, вот и все. Так, ну, переднюю дверь я здесь не открываю. Ну, естественно, жалуются, да. Просто на автомате почему-то бывает забываю и открываю. Надеюсь, я все правильно делаю. Я толком обзоры не смотрел, не всматривался. О, как он у нас закоптил, закоптил. Закоптил, друган. Вот столько у нас остановок сегодня. Тут, кстати, тоже информация полная есть. Короче, автобус реально топовый. Ну, блин, пацаны, как бы... Ребята, разрабы знают свое дело. Я так понял, его разрабатывают те, кто разрабатывают Lotus. Он пусть будет руль кривой, короче, так даже наоборот интереснее получается. Да, мы немножечко прогрели стекло. Ну, кстати, нет, температура ползет вверх. Было 4, сейчас 5 градусов. Если еще все будут быстренько заходить, то будет вообще... пушечно. Так, давай откроем, вдруг кто-то и вперед пройдет. Кстати, я перенастроил настройки графики, потому что у нас был стрим, и у нас как бы лагало, да, насколько вы помните. Вот следующие настройки именно сейчас, именно для этой карты. Вот трафик, пешеходы, автобусы и все остальное. Надеюсь, вы увидели, запомнили, да, вдруг кому интересно. Провели мы стрим по ОМСИ тестовый. И, ребята, это была жесть. Но, как бы, никто не обращал внимания на FPS. Потому что всем было интересно пообщаться со мной. А мне интересно было пообщаться со зрителями. Так что, кому будет интересно, ссылочку я оставлю на запись. В принципе, стрим получился прикольный. Честно, даже не хотел заканчивать. Но был вынужден это сделать. Так что, я думаю, я еще поковыряю настройки. Тут потому что для каждой карты нужно немножко все равно перенаставить. Ну, кстати, FPS сейчас конкретно подупал. У меня был здесь 60-50. Я тестил, и было все окей вчера. Да. Я думаю, стримы по ОМСИ мы еще проведем. Благо, все получилось в том плане, что никаких вылетов у нас не было. Ну, вначале маломальские были. Что тут говорить, это мелочи жизни. Блин, торпеда, все сделано так офигенно, руль классный, все здорово, вот реально очень приятно в этом автобусе ехать, очень приятно. Вот, я думаю, он еще не раз появится на моем канале, блин, я даже бы... Даже, наверное, поддержал бы ребят, я, конечно, не приобретал этот мод, но ребятам я бы закинул копеечку, честно говоря. Ну, потому что, блин, а зачем? Не вижу я смысла покупать игру, которая уже не развивается. Я не раз уже про это говорил, да? Как бы... Я думаю, вы меня поймете. Ну, если бы, как бы, стоила она гораздо дешевле, например, там, рублей хотя бы, там, ну, 400 рублей. Бог с ним. Может быть, я бы купил, чтобы, ну, не мучиться с пиратками, со всей этой движухой. Ну а так, если уж кто-то прям сильно борется с пиратством, ну давайте тогда и винду свою удаляйте, чё вы. У вас же по-любому она через активатор. Это такая тема. На театр Октябрь. Нам ехать очень сегодня много, поэтому я думаю, про все успеем поговорить, и я вам успею надоесть. Но это не повод выключать видос, лучше подписаться. Надо как-то добить до 3000, пацаны, подписчиков, потому что нас 2000, почти что 2700, и никак мы даже 2700 не можем побить, поэтому, блин, сделайте мне приятное, а я сделаю приятно вам. Ну, если вы поняли, о чем я.
легкий дым добавляет атмосферы, даже несмотря на то, что он просто в зеркале, и он такой немножко, да, глуповатый, но атмосферы добавляет. Почему-то, когда я тестил, трафика столько не было. Ладно, давайте поговорим про автобус. Что мы все про FPS-ы, про FPS-ы. Тут ведь дело все в атмосфере, правильно? Что ж, это пробная модель 11-метрового высокопольного трехдверного городского автобуса. У нас здесь установлен дизель с турбонаддувом Евро-3. Трехступенчатый автомат с ретардером. Оригинальные звуки. Кстати, он пачкается летом и зимой. Он покрывается такой корочкой снега. Реально, покатайтесь полчаса зимой, вы обалдеете. Он реально покрывается снегом. Кстати, как вы считаете, время ли уже для зимы? Все-таки, ну, смотря когда вы смотрите этот ролик, а вышел он в конце ноября, я считаю, что в декабре уже можно начинать ставить зиму, потому что Новый год скоро, остался месяц до Нового года. Я думаю, стоит уже потихонечку начинать зиму ставить, какую-то новогоднюю атмосферку наводить. Потому что Новый год реально не за горами, 2022 год уже на носу. А канал я начал, ну, прям плотно развивать в 2018 году. Вот и считайте, да? А дальше по автобусу. А я так понял, выпущен он 1900, ну, начинал выпускаться 1996 году. Так, ребят, водички бахну, с вашего позволения, надеюсь, вы не против. Непривычно столько триндеть, немножко запропастился я и со стримами, и со всей движухой, но жизнь реальная заматывает. Ой, мне ж направо, чё я творю, чё ж я творю. Ну ладно, никого не было, в принципе, немножко похасанили, да. Чрезмерно холодно. Ребята, не бойтесь, все нагреется потихоньку. Так, и здесь мы сразу же ускакиваем направо. Да, постоим. Предназначен этот автобус для крупных городов с интенсивным пассажиропотоком. Является базовым для семейства из нескольких моделей разной компоновки и назначения. В нашем случае у нас три модели с разной компоновкой. Сейчас у нас первая, ну, дальше может быть ролик, может быть какой-либо стрим мы сделаем и покатаемся. Очень мне зашел этот МАЗ, я не раз еще повторю, да, он реально крутой. Ну, пацаны, без слов, да, чутко просаживает FPS, как и любой другой автобус. Где вы видели вообще автобусы, которые прямо не просаживают FPS? Конечно же, чуть-чуть будет просадки. Никуда не деться. От старой древней игры вы никуда не денетесь. Дальше пройдемся по характеристикам. А, мотор у нас, да, я сказал уже, что он дизельный. Это у нас Mercedes OM906LA. КПП здесь у нас Void D851. 3E. Максимально заявленная скорость 75 км в час. Снаряженная масса 11... Чё тут? Ни хрена себе у меня тут понаписано. 11400 кг у меня, короче, написано. Мест для сидения от 19 до 28. Номинальная вместимость 82,98. Охренеть, мы сколько можем вести народу, реально как в банке селедку. Автор модели LMMW. Ну, вы поняли, да? К
Короче, длина у нас 11 метров 675 сантиметров. Ширина 2 метра 500. Высота 2 метра 872 миллиметра. Вот такие наши характеристики. Авторов причислять я не буду всех. Они все себя знают сами. Все молодцы, всем огромный респект. Что там у нас? Мерин, да? Все, я хочу на этом Мерине покататься. Такой он, конечно, прикольный. Еще и с колхозом, на телеший. Блин, а что у меня такого нету с колхозом, а? Я тоже хочу на немцы погонять. Ну, естественно, просадочка все-таки, ведь и запись идет, и запись веб-камеры идет. Куда деваться? Ну и трафик вон поскакал, поскакал. Вообще надо было карту заранее пролететь. Не хочет идти. Нет, хочет. На зебре прямо остановился. Ну ладно, ничего страшного. Вот вроде, да, день, 10 часов утра я поставил. Ну, сейчас уже 10.45. А все равно как-то темновато. Так, не-не-не-не-не, что я делаю-то? Ну-ка, все, давай, дверь открываем. Посмотрим со внешки еще раз. Блин, да красавец, красавец, красавец. Так, с внешки, конечно, мало отличий увидишь от тех, которые мы имеем уже моды на 103-й МАЗ. Но в салоне, блин, да, плюс-минус, вся компоновка, она такая же, но текстуры гораздо лучше. И вообще все гораздо лучше здесь. Я его этот ждал, этот автобус, реально. Я не думал, что он выйдет вообще. Ну, думал, что выйдет, но когда-нибудь, не сейчас. А так мы катались один, по-моему, раз на... Новосибирске мы катались на Мазае 103-м, да. Часовой у нас ролик получился. Я понял, все будут ползти, мы пока постоим, поприкуриваем. 12 градусов в салоне, ну давай разогреем до 15-16 и будем печку выключать. Чисто оставим, чтобы у нас там немножко дуло на стекла, чтобы они у нас не пичкались, не запотевали. Не прогружаются модельки. Все-таки настройки стоит еще поковырять. Тут дело такое, надо прямо точечно-точечно. И вообще надо прямо конкретно, если говорить уже, то нужно покупать мне SSD-диск. Хотя бы для начала. С видюхами понятно сейчас. Тяжело что-то купить. Они есть, конечно, но цены заоблачные. И похоже на то, что хрен они поменяются. Прогнозировали, прогнозировали, что к лету. Ну, лето уже закончилось, уже зима, уже скоро Новый год. Да, ну а смысл Nvidia сейчас что-то там снижать? Какой смысл? Если можно нифигово так заработать. Понятно, что ниже цены больше людей купят видюхи, но у них своя стратегия именно такая. SSDюк бы дал мне немножко все-таки пошустрее игру. У меня есть на 120, он у меня чисто под винду. Я хочу вот именно под игры SSDюк. Я думаю, будет замечательно. Пошустрее и запускаться все будет. Да и мой хард, он уже древний, ему лет 11. Сиагит Барракуда. Но даст просраться нынешним диском, я считаю. Как видите, да, работает он безотказно. И не было никогда с ним проблем. Никакие сектора я не переназначал. Работает он не так изумительно, как в момент покупки, но
уже немножко он начинает сдавать. Чувствуется, что он не вывозит немножко. Но работает. Под файла помойку самое то его сейчас загнать, чтобы его не насиловать до конца. Я даже боюсь загадывать, сколько он еще проживет. А так, да, в целом поставить SSD-ук на терабайт. И будет он мои все игрушки в себе содержать. Кстати, поинтересуюсь еще раз, нужно ли сделать мне гайд для вас, как правильно начисто установить игру OMSI. Потому что часто задают вопрос, как установить, как где скачать. А у меня есть как бы проверенный способ, по которому я уже несколько раз устанавливал эту игру начисто. Так, ну что, вроде там что-то где-то мигало и все перестало. градусов, но еще 2 градуса наберем и можно будет немножко подснизить, потому что шум реально уже начинает выносить этот стандартный этот звук печки, блин, вонючий. Вон дальний свет, блин, на нем бы ночью прокатиться. Хотя бы если покупать SSD, то можно будет и начисто винду накатить, потому что винда у меня тоже уже подзастранная, она у меня ну больше года точно, года полтора, может даже два я ее уже не менял. Только обновы выходят, я обновляю и все на этом. Также винду ведь нужно и настроить правильно тоже. Я надеюсь, я вас не нудю вам своими разговорами про железо. Конченый ты дурак. Просто дебилоид натуральный. Трафик наитупейший здесь. Вот просто, блин, Евротрак и OMSI — это амбассадоры тупого трафика. Ну что сложного взять, стырить трафик CityCar Driving, блин. Понятно, что там заточка именно идет под езду в потоке, но, блядь, здесь-то мы тоже не просто так ездим по пустым дорогам, правильно? Здесь мы тоже с трафиком взаимодействуем. Это же симулятор как-никак. И по большей части это уже аркада какая-то. Ну ладно, о грустном не будем. Давай-ка вот так сделаем. С FPS-ом все понятно, он будет 30. Варьироваться в этом диапазоне, поэтому одну строчку оставим, чтобы смотреть, куда нам ехать. Хорошо, вот реально, что есть мододелы, которые карты делают нормальные, типа вот Чистогорск, да, его обновили, у меня лучше стало, текстуры лучше, некоторые стали лучше, FPS подрос. Хотя бы ребята занимаются мододелом. Так, притопим немножко, потому что мы опаздываем. Так, в целом, игра лично мне наскучила уже. Я от нее маленько подвыгорел. Вот выходит что-то новое, интересное. Да, я смотрю, присматриваюсь, можно, не можно ролик сделать. Вот Mass вышел, я сразу понял, что ролик нужно делать. Сейчас немножечко все наснимают его, утихомирятся, и я уже выпущу свой ролик. Вот этот, который вы сейчас смотрите. Так, ну что, ладно, на следующей остановке мы тогда погасим нашу печку, нашу шумную.
По крайней мере, как минимум, есть 2-3 ролика, которые я хочу сделать по Омсе. Я их обязательно сделаю. Дойдут мои ручоночки шаловливые. Я замучу видосы. Так что ждите, ждите, ждите. Все будет, но не сразу. 50 лет октября. Какой-то я видел мод на просторах интернета еще летом. Значит, какой-то новый маршрут для Чистогорска. Но позабыл я, к сожалению. Так, а всех ли я выпустил? Вопрос на засыпку. Потому что люди-то вон еще вроде как выходят даже. Нет, все, все зашли. Хотелось бы еще городских маршрутов, потому что здесь все пригородные, карта в целом пригородная. Хотя бы 1-2 таких по городу, вот типа там аэропорт, ой, новостройки и где-нибудь тут по городу. Ну да, какой-нибудь кольцевой даже, может быть, замутить. Я считаю, было бы неплохо. Так, в целом, я жду некоторые карты. Это карта Зурбаган. От разработчиков карты Мисомап, вымышленный город в России. Ребята мне уже написали, что скоро они мне дадут закрытый бета-тест. У них начнется, и они мне карту предоставят. Я тут же сию секунду побегу снимать видос по ней, как только у меня будет на это, конечно же, время и возможность. Так, передок тоже откроем, может пошустрее как-то мы будем забуряться. И давайте, ладно, немножко прикурим, пофигу, опоздаем, но печку выключим сейчас. Ведем ее вот, вот так на единицу где-то примерно. Ага. Так, дверь закрыта. Отъезжаем. Нагоним мы еще свое время. Так, нас выпускают чи нет? Чепырки зеркала снесли. Ну ладно, он, я смотрю, сразу же новое поставил тут же и все. Потише стало, кстати. Лишь бы стекло не начало потеть, а то оно начинает потеть, и хрен потом чего видно. Блин, красиво как-то, атмосферно. Что ли, скрин сделать? Ой. Давайте вот так, скрин на память. В принципе, вот на капслок нажимаешь, сразу же видишь все на свете. Удобственно. Дальше, ну, естественно, и обновление от Мисомап жду тоже, этой карты Польши, тоже она интересная. Дальше, мне вот еще понравилась Тюргинский лес, очень красивая карта, я так понял, там даже будут свои автобусы, автобус Сетра. Ну, в принципе, вы можете все это найти у меня на странице ВК, там у меня открыты подписки, сообщества, можете увидеть. Тоже подписаться, кому интересно, за какими проектами я слежу и так далее. Так, есть выходящие, здесь мы остановимся, выпустим их по Шурику. Так-то в целом тут не наша остановка. А, они не здесь и выходят. Дальше, вымышленная карта Октябрьск от разработчика Bushido Project, тоже классная карта, жду. Кострома, Ленин на Волге, тоже мне нравится, слежу, скрины смотрю. Ну и да, и все в целом, все проекты, за которыми я слежу, есть у меня на странице в ВК. Улица Загорная. Ладно, давайте. Ну, здесь, конечно, нагнать тяжело будет. Блин, реально, уже охота как бы зиму поставить. Зимой прокатиться. Чувак, давай пропускай меня. От души, братик. Посигналили, поздоровкались. Давайте поднажмем. Ой, что у меня, дальний, что ли, включен? А как его выключить? А как я дальний включил?
Ой, черт, я не могу выключить дальний. Во, на F выключил, ладно. Так, и дворники надо выключить. В целом, что еще хотелось бы сказать, предлагайте свои какие-то варианты, где можно покататься, на какой карте, на каком автобусе. Я, возможно, ваши пожелания приму и сделаю ролик. Потому что порой не знаешь, что придумать, либо карта под автобус не подходит, либо автобус не подходит под карту. А вроде бы и маршрут интересный, и автобус прикольный, но вот как-то не стыкуется. Я люблю, чтобы все было четко. Плюс-минус как бы реалистично. Да, конечно, можно клепать ролики хоть каждый день и на шару брать карту, брать автобус, там взять карту, я не знаю, там Берлин X10 и взять автобус Пазик, да, и кататься при этом. И да, народу, конечно, там заходит все, школоте сейчас все залетает на «Будь здоров», где есть Пазик, Лазик, Зазик и вся прочая чепуха, да, нашей российской провинции. Но я считаю так, у меня свое на это видение. Как бы, да, понятное дело, мы все повторяем то, что уже было. Но у меня на это свои взгляды и свое мнение есть. Так, колечко, и здесь мы никого нету. Мы сейчас залетаем. Сейчас мы вот так вот залетим, по правой полосе придержимся. И на третий съезд налево мы с вами уйдем. Окей. Вот так, отлично. Смазал я руль, кстати, дошли у меня руки до него. Но смазку, к сожалению, выбрал немножко неправильную. Слишком густовато, хотя все пишут, что надо густую, но я взял густую, у меня теперь цокает, там есть такая железная планочка, и когда ходит по ней вот эта вот хрень пластиковая, она ее как бы прогибает под себя, и в этом моменте она цокает, потому что смазка, она слишком густая, она прям такая, ну, и сама смазка цокает, короче, прилипает, отлипает, и создается такой звук трескания, как будто пластик трескается, но на самом деле все там окей. Сейчас где-то здесь начнется покрытие дорожное глупое, где будет тупой такой звук дорожный, который начинает наскучивать очень сильно, а по трассе нам ехать, извини меня еще. Да, кстати, у нас автобус-то остывает, поэтому надо периодически печку врубать. Ехать нам еще пару остановок. Какой красавец прошел навстречу, ля. Хороший, кстати, вот этот Мерс. Может, это, конечно, Иман, но вроде как Мерс прошел. Старенький. Можно будет на нем прокатиться. Ну, мы больше 80 прем, не знаю, что тут заявлено, 75. 83, смело, мы чикрыжим, вон наш трафик догоняем, восьмерки, девятки. Жалко, конечно, некоторые проекты закрываются. Хотя вроде и потенциал был, кто-то вот переделывает, да, карты имеющиеся, и, к сожалению, сдуваются. Очень жалко, очень жалко. Пусть бы эти проекты даже были платные.
Но, блин, да. Потенциал-то ведь и имеется. Топочка, кстати, у нас как функционирует. Ну чё, навалим печки тогда, раз такая пьянка. Пусть народ погреется. Блин, бесячий звук, ну куда деваться. В жизни тоже печку врубаешь. Надоедает этот звук. Ну правда, и машинка-то поменьше, легковая, быстрее прогревается. Не. Книга встал, короче, и палит. Смотри. Стоит, стоит, ты быстрее. Оп. Оп, глазки шальные, да? Студенту. Так что не надо, тут нереалистично, а негры нормально, мы уважаем всех. Да. А это просто студент. Ему интересно, он в глубинку поехал отдыхать. В аэропорт он поехал, домой, наверное, полетел, да? Футболочки такой, смотри, не жарко ему, точнее, не холодно. Судя по всему, и не жарко тоже. А тут, смотри, грядки у людей, короче, да, прикольно сделано. Еще бы теплички стояли, как в том фильме. Не помню, что за фильм, но там, короче, ребята попали куда-то в глубинку какой-то постсоветской страны, и у них был там то ли цент один, то ли один доллар, то ли что-то такое. И они на эту денежку, короче, гуляли конкретно там. Вот почему-то напомнило мне этот фильм. А так, в целом, у нас тут осень-осень. Да, слушайте, реально, следующий ролик по ОМСе, если это Россия, конечно, будет, да, ну или там какая-нибудь Украина, поставим зиму. Хотя на Украине, наверное, снега еще нету. Но про север наш я промолчу. У нас снег уже чуть ли не в августе бывает. Но в целом, бляха, какой же ты дурень. Ты просто дурачок. На номерах О-000-ОО. Да, класс. Еще бы регион 00 был у тебя вообще. Цены бы тебе не было. А у нас тут ямки. Ямки, ямки. Опять объезжаем. Нормально, нормально. Нормально. Красиво все-таки. Нет, автобус вписывается сюда, да. Пусть мы и не по городу тут чешем прямо. Но я думаю, это Россиюшка, дружочек. Тут у нас че куда? Туда-сюда. Ну вы давайте рожайте там как-то, я не знаю. Я тоже хочу ехать. Давай в правый. Затесаемся. Изюлок 130. Ладно, простительно такой технике. Сразу мы Мазая обойдем. А то мы что-то припаздываем. А что там у нас такое красное, я не понял. Видите? Все. Вот сюда посмотришь, ВПС сразу, блин, 100. Как только начинаешь вперед смотреть, все, начинаются просадки. Запольное. Запольное. Дальнобои стоят, советские Мазаи. Ведь вы трухаетесь. А чё прогрев-то не идёт? Ну и что, там столько слов было. Мы хотим выходить, мы хотим выходить. Что такое? Это на максимум ведь все. Ой, опять руль задел зря. Он опять скривился весь. Да собака ты, давай обратно. Хотя бы так уже, давай, все, погнали. Кстати, зеркала здесь настраиваются с улицы.
Их можно покрутить, короче говоря. Где-то мы это видели уже. По-моему, кстати, на Мазе тоже мы это и видели. Так, курсор, свали-ка, не мешай. Детманск, кстати, здорово впишется на карту Новосибирска. Там он просто будет как рыба в воде, блин. Как свинья в грязи, реально. Кстати, не наша остановка, нахрена я здесь остановился? Прет Мазурик, прет он. Все по кайфу у нас. Ну, кстати, начал пачкаться. Смотри, на стеклах уже такой вот, если, ну, наверное, плохо видно, YouTube режет. Ну, такой, короче, ореол уже появился. То есть пылька наседает. Может, так и было, просто я не замечал. Надо было заранее в грязи его извалять. Ладно, как-нибудь мы отыграем РПшку прям такую сочную. Можно постараться. Угу. Две остановки, три. И мы прибудем. Ну, блин, не греется он. Что такое-то? Вы форточки не открывали? Нет, конечно. Так, ну что? Шуклина чи нет? Нет. Березки какие-то, березки. Нам березки не надо. Дымоганит он, конечно, жесть. Ой-ой-ой. Хоть дым не черный, но коптит, смотри, аж до встречки долетает, блин. Ой, пепелац, блин. Ну, хороший, нравится. Очень даже нравится. Кстати, по-моему, тут от состояния автобуса зависит положение руля. Что-то я такое прочитал в комментах у ребят в группе. Ну, на трассу он, конечно, никудышный. 84, да, это его предел. Но ладно, что делать-то? Нам тут немножко осталось. Ну, вот эти знаки, кстати, добавили вот в 0.9 обнове. Я, конечно, без понятия, продолжается ли разработка еще обновление для Чистогорска. Будем посмотреть. Робот. Джук, 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 джук. Ну вот она, шуклинка. Удобно зеркало расположено, не надо даже далеко смотреть. Просто я так далеко смотрю, у меня засвет от моего света идет.
Поэтому я там плохо вижу, могу не сориентироваться вовремя. А, так здесь магистраль, ничего себе. Я просто до конца маршрут этот не катал. Кстати, это было моей ошибкой. Я же сейчас могу запутаться. Но не-не-не, все будет нормально. Разберемся, осталось тут две остановки, СНТ Авиатор. А по-моему, Авиатор есть и на карте Чугуев. Только там не СНТ, а поселок. Ой-ой-ой-ой-ой, ФПС стал проседать, и все как-то стало, короче, не очень. Наверное, карта подустала, уже закашировалась там что-нибудь. Надо, конечно, заранее пролетать. Наверное, забор этот хавает. Забор, скорее всего, хавает. Так, здесь мы направо уходим. Так, конечно, делать не стоит, надо сначала перестроиться, потом тормозить на полосе торможения. Ну, мы так вот заскочили. Да, слушай, игра уже устала. Стала фрезить. Ну, хз, блин, для нее надо реально очень мощное железо. Люди, конечно, и в 4К там играют, но нам хотя бы обычно это 1080 разрешение бы хорошенько поиграть, чтобы без лагов. Вот наш СНТ Авиатор. Вот здесь, кстати, нормально уже, хотя тот же FPS 25. Мы просто быстро ехали, поэтому такая была просадка. Но его можно еще затюнить так-то, он будет, конечно, еще интереснее. Но я захотел именно так вот. Около сток такой сделать на колпачках, чтобы как-то, ну, мне так по кайфу. Вы можете под себя, вон, список имеется, что где ставится. Но в салоне, конечно, ой, что я делаю? В салоне, конечно, никаких приблуд. Тут нету ни телефонов Nokia там, да, ни елочек новогодних, ни вымпелов с голыми бабами, этого всего, конечно же, здесь нету. Ну, я думаю, колхозеры сейчас ручки-то попотерли уже и делают вовсю какую-нибудь чепуху, которую я, может быть, посмотрю, ведь я такой любитель колхоза различного. Кстати, удобно, что есть регулировки. Вот мы поднялись высоко, и все. Высоко сидим, далеко глядим, все, кайф. Я надеюсь, тут прямо, но там какая-то гостишка. Так-то у нас все, ГОСТ аэропорта уже. ГОСТ аэропорта. ГОСТ какой-то, не знаю, что за ГОСТ. Гостиница аэропорта, наверное, ГОСТ. Потому что гостишку мы какую-то проехали. Да-да-да, все так по логике. Ага, точно. Я реально здесь не был, вот угадал. Так, здесь, вот здесь мы включаем поворот. Ну, в целом-то я здесь был, но я здесь не прямо по маршруту катался, я просто автобус вспомнил и смотрел, что к чему. Братан, ты не хочешь выйти? То ты тут уже над душой стоишь у меня. Честно говоря, надоел. Ну ладно, ладно, стой, студент. Смотри, изучай наши заправки лукойловские, на которых цен даже нету. Она вообще, походу, закрытая. И все, осталась у нас последняя на сегодня остановка. Грузовикам направо, но мы это не грузовик. Вот круто сделано, что здесь, где нужна трава, там она есть. Где она не нужна, как здесь кусты, да? Здесь трава не нужна.
Так, ну мы-то что, мы-то и под кирпич можем. Ну хотя здесь под кирпич, конечно, не получится. Давай тогда назад. Ну, сори, пацаны, без затупа не могло не получиться просто. Вы сами понимаете. Я без затупа никогда не могу выполнить нормально маршрут. Просто я не подумал, что тут встречка будет, одностороннее движение. Дай ты мне уже дэшку. Так, все, боярин, прости, так вышло. А куда тебе? А, ну, к самому аэропорту, наверное. Но без кринжа никак, пацаны, это же я. Это же я, без кринжа ролик бы не получился. И вот здесь, ну, аэропорты плюс-минус везде похожие. Посадки нет, здесь мы вас выпустим, господа хорошие. И на этом мы и закончим. Так, боярин нас объедет. Что ж, автобус более чем хорош. Я реально его очень ждал, очень классный автобус. Всем рекомендую скачать, попробовать, покатайтесь, вам зайдет, я уверен просто. А на этом все, подписывайтесь на группу ВК, подписывайтесь на канал, на мой Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, все остальные соцсети, если они у вас есть. Если нет, заводи и подписывайся. Всем огромнейшей удачи, всем счастливо и всем покеда, кулачок.